Илья Ежов – это сегодня тот человек, который в первом периоде три момента мертвых вообще взял. Повезло. А потом что было? Потом уже мастерство пришло, когда ты выручал еще и в том числе, когда шайба отскакивала от борта, и игроки сочинцев, в том числе Томилин в третьем периоде, просто промахнулся. Это еще и везение, наверное? Ну, без везения никак. Все равно командой хорошо играли, забили очень важные два гола и выиграли игру. Показали твои глаза в третьем периоде минут за 7, за 5 до окончания. Настолько ты был спокоен, уверен в себе? Чувствовал, что победа придет? Да, сегодня была такая уверенность, спокойствие. Был уверен, чувствовали атмосферу в раздевалке, что должны были вытащить эту игру. Нелегкая получилась, Сочи молодцы, они боролись до конца, тоже очень важное очко для них заработали, но нам где-то больше повезло. Почаще просто нужно ездить на рыбалку, наверное, во время паузы, там вытаскивать рыбку. Да, почаще. Успехов в следующих матчах. Спасибо.